одиноты, говорить на разных мовах, не споразуметься без перекладу. Я не выхожу из дома, каб не сустреть выпадково привидов минулых каханьев и страдов. И на то покору я киян, ты по им плывешь, як корабель. Где мне знайсти словы, как прокричать тебе привитание? Это я. Просторы, наши аватары давным-давно посябравали, сдается, и большесть агульных знакомых нас лечут судовною парой, а мы все не снодим на годы сустреться. И на ту покору я киян, ты по им плывешь, я корабель. Где мне знайти словы, как прокричать тебе привитание? Это я. Прокричать тебе привитание. Это я. Добрый вечер, Гомель. Замечательная песня. Открыл нашу программу дуэт «Чечерская лютня». Знакомьтесь, пожалуйста, Полина Острикова, Алексей Кулеш. Летняя пора – это лучшее время для путешествий, больших, организованных и самостоятельных, стихийных, которые занимают всего 1-2 денька. Набраться впечатлений и расширить свой кругозор. К слову, дорогие друзья, знаете ли вы, что, по утверждению историков, первобытный человек начал заселять современные белорусские земли именно с Чечерщины? Если не знаете, то обязательно смотрите эту программу, она для вас. Сегодня в ходе прямого эфира предлагаю поговорить о достопримечательностях Чечерского края. Звоните нам в студию 34-22-43, номер нашего телефона. Рассказывайте, а где на Чечерщине бывали вы? Где вы посоветуете нам побывать? И что, по вашему мнению, является символом Чечерского района? Присоединяйтесь к нашему разговору и в Вайбере. Его номер на ваших экранах. Ну, а я еще хочу познакомить вас с Алексеем и Полиной поближе. Чечерская лютня, добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, Полина, Чечерский район – это ваша малая родина? Дал мне толчок к моему творчеству, музыкальному творчеству. И поэтому он для меня важен, я его всегда буду помнить как город, который мне помог начать реализовываться в этом направлении. Но родились вы не в Чечерске? Нет, не Чечерск. Алексей? Я тоже родился не в Чечерске. Моя малая родина – это Пуховщина, родина Лученка. Вот так что. Вот так вот скромно. Да. Чем богат? Но можно считать, что Чечерск – это ваша малая культурная родина. Вот, наверное, так, да? В каких районах области, может быть, республики, в каких странах вам приходилось бывать? Чечерской... Я имею в виду с концертами. В составе Чечерской лютни, ну, естественно, в Чечерске мы выступали. Мы выступали в Минске и в Польше. А кроме Чечерской лютни,
У меня есть еще проекты. Там мы бываем во многих городах. Вот в Оршу скоро поедем. Вот в Минске, в Витебске, в Бресте. Ну, это прекрасно. Да. Вы, кстати, вот когда выезжаете на концерты, вы знакомитесь с достопримечательностями тех мест? Хватает времени на это? Ну, что касается меня, я обязательно. Я стараюсь узнать то место, куда я еду. Ну, это прекрасно. Каждое место вообще на этой земле, оно обладает чем-то уникальным, какими-то уникальными людьми или особенностями, которые, ну, и потом, когда ты вспоминаешь, вот я был там, но не сходил туда или не увидел того, то думаешь, зачем вот ты это, ездил да? туда? Да. Вот так. А вы, Полина? Я, если время позволяет, то, конечно, да. Это прекрасно. Хорошо. Вот скажите, с какими уголками своей малой культурной родины вы хотели бы познакомить тех, кто приезжает в Чечерский край? Ну, я всех перебью. Я скажу, что я не так давно приехал на мою малую культурную родину. Ну, сколько лет вы? Конкретно, вот я живу в Чечерске третий год. Угу. Ну, действительно, не так много, но, наверное, уже много знаете. Конечно. Я могу вам сказать следующее, что как человек, не живший долгое время в столь прекраснейшем месте, я могу сказать, что Чечерск и вообще Чечерщина, вот эта река Сож, Чечора, это просто, если есть люди, которые увлекаются орнитологией, они должны это делать именно там. Там пролегают миграционные пути птиц. Я за всю свою жизнь не видел столько птиц, сколько я увидел за эти 3 года. Ну вот говорят, в Турове на лугу можно тоже много птиц увидеть. Ну еще и Чечерск. Вот пополняем. Да, такой момент. Это просто прекрасные места. Те, кто не был в Турищевичах и не видел Сож, вообще, наверное, ничего не видел. Так. Сам по себе город очень прекрасный. Он очень маленький, очень уютный, очень зеленый. Это просто красиво. А какие вот архитектурные, кстати, изюминки, правда, в этом маленьком Чечерске, который, к слову, по примеру Парижа, был разлинеен и построен. Я не ошибаюсь, Иван, все верно, но вы... Настройки в чистой геометрической прогрессии. Абсолютно. Это что-то похожее на Елисейские поля Парижа. Ох как! Дорогие друзья, какие только объекты и предметы не претендовали на звание бренд Чечерского района. Рушники и музей хлеба, иконы и Чечерская ратуша. Все предложения были достойны пристальнейшего внимания. Так вот, подведены ли итоги конкурса бренд Чечерского района? И каково мнение гостей? Как это повлияет на интерес туристов? Об этом и не только. Поговорим с нашими гостями. Знакомьтесь, Виктор Опарин, заведующий сектором по спортивной и физкультурно-оздоровительной работе районного учебно-методического кабинета отдела образования, спорта и туризма Чечерского райисполкома. Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер. Иван Ткачук, мы уже успели поговорить, и, как вы поняли, дорогие друзья, директор Чечерского историко-этнографического музея. Добрый вечер. Вечер. Жанна Малинова, председатель Несимковического сельского совета депутатов. Добрый вечер, добрый Жанна. Вечер. Александр Плистов, мастер по художественной гальванопластике. Добрый вечер. Вечер. Ну, кому задать вопрос? Подведены ли итоги конкурса «Бренд Чечерского района»? Выбрали? Ну, в рамках именно районного этапа, так, то у нас первое место занял «Ратуша». Вот, второе место у нас досталось чечерским рушникам. Так. И третье место у нас музей яйца. Пасхального яйца. Пасхального яйца. Дорогие друзья, обратите внимание, ратушу вы обязательно должны увидеть. Чечерские рушники непременно и обязательно нужно побывать в деревне Залесье в музее пасхального яйца. Я не ошиблась? Наверное, нет. А помимо этого, еще всего столько интересного. Именно за эти объекты наверняка и голосовали люди, да? Расскажите, пожалуйста, вот вы, присутствующие здесь в студии, а вы за какой бренд голосовали? Жанна? Ну, конечно же, мне больше сердца это ратуша, но почему бы и нет? Поддерживайте этот... большинство. И наш центр ткачества нужно как-то в дальнейшем рассмотреть. Центр ткачества где расположен? В деревне Бабичи. Бабичи, это недалеко от Несимкович? Да.
Там расстояние... На территории Несимского совета. Все поняла. Замечательно. Александр, а вы? Ну, я согласен. Первое место — ратуша. Это наше уникальное сооружение, конечно. Очень изысканное, видное. Ну, а лично я, как бы, мне больше присуще Медовый Спас. Ага. То есть праздник, да? Да, проходит на Чечерске ежегодно Медовый Спас. Именно на Маковье, около Свято-Преображенского храма. И, ну... Ну нет. Вот кто бы еще что сказал, да? Ведь пчеловод же, правда? Ну да, ну как это представляет медовую столицу Чечерска. Это так, медовая столица. Кстати, Виктор, медовая столица области или, может быть, республики? Чечерск — это вообще медовая столица. Медовая, да, столица, громко, просто и все. Иван, а ваше мнение интересно? Вы за что? Вот в первую очередь, ну понятно, наверное, за ратушу. Я заинтересованное лицо, поэтому... Но я совершенно благодарен за то, что первое место досталось ратуше. Не так мы сильно продвигали, мы только предложили свою идею, она была единогласно поддержана, что явилось для нас приятный момент. Ну, раскрывайте секрет, Виктор, а вы за что голосовали? Ну, у меня душа лежит больше всего к Графскому театру. Ну, понятно, ратуша, да. Само собой, да. Это да, нужно сказать, что Виктор играет в Графском театре, да? Да. Так. Вот, все-таки, да, ратуша, спору нет. Это уникальная просто. Это действительно визитная карточка нашего района. Ну, Графский театр же тоже... Ну, номер 4 – Графский театр. А может если... быть, центр ткачества, а может быть, Медовый Спас? А если еще отреконструировать Графский дом? Вот, то Графский театр, да. Алексей, да, ваше театр, мнение? Наше мнение – это, конечно, Графский дом. Графский дом, он... Это уникальное сооружение. Может, оно не так разрекламировано, как ратуша, но это действительно достойное внимания сооружение и все, что рядом с ним. Вот, то есть Графский дом, насколько я знаю, по Ленина детство прошло в всяких... кружках, которые проходили в этом доме. То есть очень много воспоминаний. Совсем недавно, стало быть, Графский дом еще действовал. Да, нужны средства на его реконструкцию. Конечно. Я понимаю. Алексей, но я знаю, что вы инициатор того, чтобы наши зрители получили интересный вопрос в этой программе. Вопрос, касающийся Чечерского района. Да. Пожалуйста, озвучьте. Ну, ведь Чечерский район — это не только объекты, это еще и люди. Это, во-первых, люди. Это, во-первых, люди. И самая большая ценность нашей страны – это люди. И наш вопрос, вопрос Чечерской лютни такой. Как звали человека, который 20 лет был министром здравоохранения БССР? Человек, который... Подсказка номер один. БССР. Так. Вот, да. Это человек, на счету которого 9 изобретений, вот, 300 научных работ, 11 монографий. Это человек, именем которого в столице названа одна из... больших больниц, рядом с которой я жил. Отсюда я знаю, на самом деле, этого человека. Все понятно. Да. Значит, нужно вот назвать имя и фамилию. Как звали человека? Имя и фамилия, и лучше отчество, потому что у него есть однофамилец. Угу. Вот кто, какой министр здравоохранения родился в Чечерском районе. А, в Чечерском районе. В деревне Красный Дворец. Подсказываю, самая последняя подсказка. Все, спасибо. Подсказок достаточно. Уважаемые телезрители, а вот кто был внимательным, кто выслушал внимательно вопрос и найдет ответ, правильный ответ, дозвонившись к нам в студию, его предложит, получит в подарок диски Чечерской лютни. Раз. И... посещение Чечерского историко-этнографического музея. Бесплатное посещение. Бесплатно. Вместе с семьей. Пожалуйста, звоните 34-22-43, ну а мы продолжаем нашу программу. Я хочу спросить, Виктор, вот как вы оцениваете заинтересованность жителей вашего района, Чечерского, и жителей Гомельской области в целом, ну вот, Чечерском, его достопримечательностями. Много у вас туристов или хотите, чтобы больше ехали? Ну, вы знаете, всегда хочется большего. У нас очень много, у нас замечательный район, у нас очень развитая инфраструктура, особенно туризм.
У нас столько замечательных мест, мы просто приглашаем вас, просто вы обязаны побывать в том же самом нашем музее хлеба, который находится в Ботвиново, на нашем фестивале, пасхальном фестивале. Вот. Но это когда Пасха, это весной. Так. Помимо этого, вот Медовый Спас, вот у нас будет фестиваль, праздник, посвященный Медовому Спасу. Вот, кстати, когда? Это же впереди у нас, правильно? 14 августа, запомните, суббота-воскресенье, да? Какой это день, я просто не знаю. Ну, 14 августа, вот так. Вторник, подсказывает режиссер, это вторник, едьте прямо в Чечерск. Так. 19 августа у нас состоится празднование Яблочного Спаса. Вот, у нас замечательный музей пасхальных яиц, который находится в Залесье. Вот, у нас в деревне Бабичи... Музей ткачества. Музей ткачества. Центр ткачества, о котором говорила Жанна, да. Также у нас... А зимой, если вы в Чечерск попадете, то в резиденцию Деда Мороза, правильно? Да. Это какая деревня, Жанна? Это Меркуловичский сельский совет Меркуловича. Меркуловичи, так. В общем, посмотреть есть что. Хорошо, такой вопрос. Если вдруг гости захотят переночевать, найдут где переночевать? Ну, конечно, гостиница у нас есть? Имеется гостиница, да. Пункты общепита? Имеются, везде, да, накормят чечеряне так, что приезжайте, пожалуйста, навсегда запомните, понравится. На базе нашего района уже есть положительный опыт. Мы принимаем почетных гостей непосредственно в ратуше. Мы принимаем делегации. На базе наших объектов проходят семинары областного уровня. И очень приятно отметить, что в марте месяце на базе нашего района, на базе нашего музея прошел семинар, областной семинар директоров музеев области. Вот как. Вот мне интересно, наверное, не было ни одного такого человека на этом семинаре, да и вообще, который бы не слышал о Чечерской ратуше, который бы не слышал о Спасо-Преображенской церкви, круглой церкви, в которой нет ни одного угла. Правильно? Нет. Так? Нет. Хорошо, Иван, скажите, вот самые известные объекты, которые мы уже сегодня неоднократно называли, ратуша, церковь, помогайте, Графский дом и так далее. Парк. Парк, да. Вот скажите, пожалуйста, неужели на чечерской земле нет таких объектов, которые бы хранили тайны, секреты? Неужели нет белых пятен вот в истории чечерского района, над чем работали бы историки, возможно, археологи и так далее? Есть, почему же нету? Одна ратуша хранит множество тайн. Ведь во времена Российской империи, когда Белоруссия входила в состав Российской империи, по указу Екатерины II ратуши как раз уничтожались. Но в Чечерске ратуша не только не была уничтожена, она была воссоздана по инициативе графа Чернышова. Но кто является автором проекта, мы до сих пор не знаем. То ли это Баженов, то ли это Растелий. В научном трактате не прописано, кто автор проекта. Имя архитектора получается, да? Да, имя архитектора мы не знаем. Мы до сих пор видим, что все ратуши имеют неповторимый архитектурный стиль, но они все выполнены как бы в едином формате, они все однобашенные. Наша ратуша почему-то имеет 5 башен. Мы тоже не можем найти подтверждающие документы, но почему же все-таки 5 башен? То сегодня ваша не похожа ни на одну другую? Она уникальна своего рода и одна единственная. Из тех ратуш, которые сохранились на сегодняшний день в Республике Беларусь, их немного, их 7. А меня, вы знаете, я же была в ратуше неоднократно, меня всегда удивлял вот тот ствол непонятного дерева, да, который в центре, вокруг которого винтовая лестница. Сколько же метров такой ствол, такой нужной толщины, который является вот центром, да, ратуши? Ну, в данный момент это не дерево, это воссозданный элемент. Так, ну вот. Раньше-то дерево первая было? Ратуша, которая, ведь это уже вторая ратуша, воссоздана графом Чернышовым, я уже сказал, там, да, дерево, лиственница, живое дерево росло. Ну, это по имеющейся информации. Даже росло, не просто росло, установлено. Росло в середине, дерево. А ратушу, да, вокруг, да, построили. Да, да. Слушайте, какие. Вот секреты, вот белые пятна. Интересно. Хорошо. Но ведь не только архитектурными объектами. Мы уже несколько праздников упомянули, да? Но, наверное, и обряды какие-то имеются, которые вот воссозданы только в Чечерском районе. Возможно, какие-то... Обряды, данные обряды имеют место не только в Чечерске, а на всей территории Беларуси, но в Чечерске они
по-своему сохранены. Вождение куста, буду говорить на белорусской мове, похование стрелы. Обряд подразумевает сохранение поля, сохранение участков, посевных участков от грозы, дабы она не ударила и пожар не возник. Интересный и уникальный обряд свечи, переноса свечи. Он называется переноса свечи, но в сущности подразумевается перенос из дома в дом иконы и свечи. Вот так он стоит. Икона стоит в доме месяц, двери всегда дома открыты, каждый имеет право зайти, посмотреть, помолиться. Вот интересно, потом икона, да, переносится в следующий дом, и она там находится месяц или там какое-то определенное время. И дабы подтверждается факт тем, что там, где постояла икона, там в семье достаток, мир и порядок. Прекрасно. Прежде чем задать вам следующий вопрос, Иван, я все же обращусь еще раз к телезрителям. 34-22-43. Звоните, дорогие друзья. Вопрос эфира у нас сегодня такой. Как звали уроженца Чечерского района, который занимал пост министра здравоохранения БССР целых 20 лет? И подсказка. Его именем названа одна из больниц столицы, белорусской столицы. Пожалуйста, 34-22-43. Еще один вопрос. Вот какова посещаемость Чечерского историко-этнографического музея? Мне кажется, уже каждый чечерянин там по 10 раз побывал. Если говорить о плановых, доведенных показателях, мы их выполняем. Даже такие есть, да? Конечно, конечно. Всегда хочется большего и лучшего. Говоривший о следующем факте, может быть, он не будет являться положительным примером, потому что здесь сыграла Чернобыльская авария свою роль. Ведь многие, более 50% населения коренного, они уехали из Чечерска. Но тем более не менее, 50, малая родина, малая родина как бы их зовет, призывает к себе, приезжают сами те, которые уехали, обязательно начинают ознакомление с городом, потому что уже город обновился, краше стал. С музея с собой привозят люди, своих друзей. Опять-таки знакомство идет непосредственно с ратушей. Не так давно мы встречали двоих посетителей из Сан-Франциско, которых корни, бабушка их родом была из Чечерска. Вот, приезжали, удивлялись красоте и гостеприимству людей. Вот, поэтому, что касательно посещения, то посещают. Одну минуточку, я обращусь к телезрителю, Иван. Уважаемый Павел Романов, вы дали ответ на тот вопрос, который я сейчас произнесла, в Вайбер. Пожалуйста, если у вас есть возможность, наберите номер телефона 34-22-43, дозвонитесь, потому что в Вайбер мы не засчитываем правильный ответ. Ну, такие у нас правила. Вот. А я, кстати, хочу вот у людей, которые присутствуют сейчас в студии, спросить, а бывали ли они в Чечерском этнографическом музее? Жанна, вы бывали? Да. И не один раз. Хорошо, иконы есть. Вот вы сможете, например, чечерскую икону, да, от ветковской отличить? Ну, я думаю, что да. А по каким признакам? Ну, по признакам, просто потому, наверное, что она висит оттенка, нет. В музее, нет? Нет, потому что оттенок темный, в отличие от ветковских икон. Да. Поняла. Иван, что скажете на этот счет? Да, есть, вот такое, почему они... есть такое подтверждение. Но опять-таки, если мы вернемся к истории, центром... объектом историко-культурных ценностей в то время была ратуша, и было отстроено 4 храма. Один из них был католический, 3 православных. Они имели, чем они отличались? Предназначением для определенного сословия. Угу. Вот на сегодня один единственный храм, который сохранился, он как раз был предназначен для самого бедного сословия. И сегодня в храме находятся иконы, которые действительно отличаются вот более темными тонами, угу, которые также писались для... для высокого сословия, иными для, красками для, писали, да? Для более... Дорогие друзья, на Беларусь 4, добрый вечер, Гомель. Говорим мы сегодня об уникальных объектах и традициях Чечерского района. Звоните, пожалуйста, 34-22-43, давайте ответ на вопрос эфира, пишите в Вайбер. Вас ждут далее песни «Чечерской лютни» и информация о туристических маршрутах района. Это будет после короткой рекламы.
Нет, скажем так, Соловушка Чечерской лютни. Полина Острикова, Алексей Кулеш. Мы сегодня говорим о достопримечательностях Чечерского района, но, конечно же, в первую очередь выслушиваем телезрителей. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Есть ли у нас связь? Уважаемый режиссер, подскажите. Добрый вечер. Добрый. Вас зовут? Павел. Ой, говорите, пожалуйста, громче. Павел. Павел вас зовут. Это тот самый Павел, который... Романов? Да, конечно. А, прекрасно, вы дозвонились, это замечательно. Итак, вопрос эфира. Как зовут... Чечерского, рожденного в Чечерске, уважаемого человека, который целых 20 лет являлся министром здравоохранения Беларуси, БССР. Пожалуйста. Николай Евсеевич Савченко. Правильно. Так, Алексей говорит, что это правильный ответ. Правильно. Павел, очень приятно. Диск «Чечерской лютни» ваш. Скажите, вы житель Гомеля? Нет, сам родом с Рогачева, работаю в Чечерске. А, вы работаете в Чечерске, прекрасно. Ну, вы рады, что этот диск вам достается? Ну, конечно. Павел, скажите, сколько раз вы были в Чечерском историко-этнографическом музее? Не был. Не были? У вас есть прекрасная возможность вместе с семьей посетить это замечательное учреждение абсолютно бесплатно. Иван Ткачук улыбается и говорит: примем в любой день, приходите, расскажем все, что знаем, и даже то, что храним в секрете. Телефон для справок 328-38. 328-38. Спасибо вам большое, Павел. Кстати, еще один вопрос вам. А вы вот за какой бренд Чечерского района голосовали бы? Ну, за ратушу. За ратушу. Все-таки это действительно большинством голосов. Спасибо вам, Павел, спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, сначала вопрос Алексею Полине. Вот один единственный такой.
просто обо многом нужно поговорить. Угу. Вот какие песни самые любимые, не ваши, нет, а у слушателей Чечерска в вашем исполнении? В нашем исполнении, во-первых, чечеряне, как истинные патриоты, они, им нравится сама идея. Идея взять музыку народную, которая была написана, и услышать ее по-новому. То есть это то, чем, собственно, мы и занимаемся. Чечерская лютня. Эта музыка принадлежит нам, мы ее творим вместе, вот, но слова народные, и наши друзья, молодежь, они этому только рады. Это, кстати, тоже что-то особенное, индивидуальное. Есть очень много команд, работающих в стилях подобных. Там, на... А команд, работающих в Чечерске? Нет, вообще. Нет, вообще, в целом. Но та команда, которая работает в Чечерске, она по-своему, я считаю, уникальна. Вот, и, ну... По крайней мере, это то, как говорят о нас, наши друзья, нам. Прекрасно. Вот. А вы, кстати, Полина, Алексей, знаете, почему Чечерск имеет статус медовой столицы? Я вот совсем недавно об этом узнала. Вы знаете, подозреваете? Я не так давно, опять же, в этом городе, но гуляя по нему, я вот уже много раз замечал, что у нас проходят действительно праздники, посвященные меду, какая-то такая большая медовая активность. Я не знаю, почему это. Вот я не знаю. А давайте это... спросим у специалистов. Это было бы интересно. Почему, Иван? Дело в том, что издревно древний человек, занятия древнего человека в большей степени склонялись к бортничеству, добыче дикого меда. Вот. Поэтому, видимо, корни этого фестиваля берут еще оттуда. Я уже не говорю о тех мастерах-пчеловодах, которые сегодня у нас есть, а их не один десяток. Вот, им есть что показать. Вот, поэтому Медовый Спас, конечно, подразумевает вот эти вот выставки меда, дегустации меда. То есть есть повод, есть что показывать. Я поняла, а сколько лет носит Чечерск статус столицы медовой? Уже прилично или это совсем недавнее? Бытует такое вот мнение, версия, что название города пошло от реки и Чичер, вот Чичора, да. Чечерск, Чичер на... древнем языке означает воск. То бишь, да. Вот как раз да. Бортничество и пошло. Чичер. Именно Чичер. И раньше вот я читала, что пишется Чичерск, писался раньше Чичерск, значит, наверное, точно так. А вот что за икона такая, удивительная икона, которая, ну, скажем, подтверждение, которой вот хоть молиться специалисты детали, по меду. Деталей братьями Гераковыми, нашими иконописцами, была изображена икона Зосима Савватия, которая является покровителем пчеловодства. Угу. А где она хранится? В музее? В музее, она на постоянной экспозиции. В зале иконописи. Это очень интересно. Дорогие друзья, у нас, кроме теоретических каких-то вещей в программе, всегда имеются практические советы. И мы обязательно это осветим. Но прежде послушаем телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о Чечерском районе, о брендах Чечерского района. Скажите, как вас зовут? Давайте познакомимся. Павловский Александр Тимофеевич. Александр Тимофеевич, очень приятно. Вы житель Гомельской области, понятно, но да. Какого города, села, деревни? Города Гомеля. Вы гомельский, понятно. Хорошо. Что вы у нас хотели спросить или рассказать нам? Я хотел рассказать, что под Чечерском есть 4 озера. Это следы от копыт коня Илья Муромца. Это бренд Чечерска, которого нету вообще нигде. Учитывали 4 озера? Не было. Не учитывали, заявочек вы представляете? Даже такой заявки не было. А вот надо бы включить. Так, то есть 4 озера, это, ну скажем так... По направлению к Киеву от Чечерска идут 4 озера. Внешне они сверху, если смотреть, как копыта коней, богатырского коня, который скачет к Киеву. Ох, как интересно, как интересно. Хорошо, спасибо большое. Илья Муромец был где-то из Чечерска, надо исследование проводить. Ну, Микола Селимонович, я знаю, из Брагинского района, а не, да, никакие... И следующий бренд, значит, Пушкин. Проезжал ссылки через Чечерск, а
дети графа Чернышева были его троюродными. Так, троюродными братьями и сестрами. Он выехал, значит, в августе, это было на Вознесение, праздник Преображения Господня. Он выехал рано утром и только поздно вечером приехал в Могилев. Всего дорога занимала 4 часа. Где остальные 6 часов Пушкин делал, никто не знает. Вот, пожалуйста, тоже бренд. Значит, с Чеченска до Могилева через Славгород, пожалуйста, туристическая тропа. Да, спасибо за предложение. Значит, Пушкина. Классно. Скажите, пожалуйста, откуда вы в таких тонкостях, в подробностях знаете некоторые моменты истории Чичерского района? Вы интересовались? Потому что я сам с Кормянского. Не услышала. Сосед Кормянский район. А, все, я поняла. Вы знаете что? Вы родом оттуда, да? Да, да. Я просто не могу удержаться. Мне кажется, что вот этот диск нужно подарить вам. Какой за такие уникальные сведения. И, кстати, и поход с семьей в Чичерский этнографический музей. Еще раз номер телефона. 328-38. 328-38. Когда вам будет удобно, звоните, пожалуйста, примут как родного. И спасибо вам большое. Озеро Святое в Чичерске – это вот то место, откуда Илья Муромец начал свой богатырский поход за освобождение русской земли. Комтина и Малынича, два озера. Спасибо огромное. Благодарим за такую интересную информацию. Это вам материал для размышления и исследований. Вот. Хорошо. Мы выяснили, почему Чичерск является столицей Медовой. Ну а сейчас, Александр, хоть я вас и представляла как мастер по художественной гальванопластике, но я предлагаю вам пройти к этому столу, потому что помимо гальванопластики вы еще неплохо разбираетесь в том, как добыть мед, да? Как его сохранить, как его употребить, правильно? Сегодня у нас, я просила, только не везите колоду, поэтому Александр такие, ну, компактные емкости привез. Расскажите, что у нас в этих баночках? Ну, я небольшой специалист, конечно, что и такой не крутой пчеловод. Занимаюсь я чуть больше 10 лет медом. Да, не крутой пчеловод, чуть больше 10 лет, да. Ну, немножко про мед могу рассказать. Так. У нас какие меда здесь? Ну, я могу представить, это мед прошлого года осенний. Так. Он уже, естественно, дал садку. Он уже, как бы, как на простонародье говорят, он засахарился. Так. Это мед наш уже этого года майский, но он тоже уже дал садку. А можно я вот так вот прям покажу? Он тверденький, да, такой. Он уже твердый. Не нужно пугаться, если мед вот нет, так это, вот быстро... Это все естественно, это все нормально. Угу. Он и должен так быть. Так. За счет того, что в майском меде больше преобладает глюкоза, поэтому он быстрее садится. Как бы в осенних медах, которые откатаны в прошлом году, здесь больше преобладает, как бы есть и глюкоза, но есть и фруктоза. Ну вот у нас тепло в студии, поэтому он такой... Нет, нет. Глюкоза, как более тяжелая фракция, она... Мед разлит давно. Так. Она садится вниз, а вверх выталкивает фруктозу. Фруктоза, она не сахарится, она не густеет. Она так и останется жидкая. Такая полу... Да, и поэтому в банке, если мед разлит давно, немножечко сверху, может быть, миллиметр-два такой жидкой консистенции. Так. Да. Ну, а вот это, наверное, самый свежий, а это мед свежий, да? Он откатан буквально неделю тому назад, он уже совсем жидкий. Ну, как бы в народе его, это мед второй выкатки, его называют как бы липовый сбор. Ну, здесь липа есть, да? Да, здесь есть. Ну, это, понятно, липа. Не чисто липа, потому что пчеле же не прикажешь, да, лети только на липу, на липу, правильно? Она же летит и на куда-то на луговые цветы, на все, ну, естественно, липа. Но перед тем, как липа зацветает, если люди хотят получить как бы липовый такой сбор, домик полностью вычищается от майского меда, все рамки высушиваются или ставятся туда просто чистые рамки. И после цветения липы мед откатывается. Ну, естественно, зрелый, чтобы мед созрел, и выкатывается. Дайте ложечкой зачерпнуть, как он. Вот я просто покажу, да? Это мед свежий. Так, кстати, на место. Я вот показываю зрителям, как он... И мед должен тянуться. Он не то, что капает, как вода, а он тянется тонкой нитью. И ложится, как красиво, смотрите. Ложится змейкой. А если еще лить более густой струей и поднять выше, он мед будет петь. А-га. Как бы говорят, что в народе так как бы пение меда. Еще и ниточка не прерывается, нитка, представляете? Она будет долго тянуться. А вот является ли вот такое укладывание змейкой гарантией того, что мед настоящий? Нет, нет.
Здесь можно подсунуть людям и фальсификат. Но это же не фальсификат у нас. Нет, я не занимаюсь фальсификатом, потому что как бы это нехорошо. Это чревато последствиями. Угу. Так, ну, значит, вот таким способом, там как накручивают на ложку мед, да? Он наворачивается. Он будет наворачиваться? Нет, этот понятно будет наворачиваться. Но будет наворачиваться и тот, который из сахарного сиропа, да? Тот тоже будет наворачиваться. Хорошо. Есть еще другие способы. Вот, как отличить качественный мед от некачественного? Химический карандаш работает? Нет, не работает. В любом меде все равно присутствует влага. Хотя бы она в мизерных количествах, там процентах, там 18-19%. Так. Но она присутствует. Химический карандаш работать не будет. Это понятие ошибочное. Хорошо, Александр. Но все же, ну вот как? Я пришла выбирать мед, купить себе. Что я должна сделать? Самый такой веский показатель выбрать мед. Надо сказать продавцу, чтобы он не пожадничал меда вам на дегустацию. Угу. И дал не пробничком капельку меда, а чтобы вы взяли чайную ложку меда. Так, беру чайную ложку. Какой мне рекомендуете? Какой вам понравится. Хорошо, вот беру этот жиденький. Так, чайную ложку практически. Меда в рот. Так. Рассмаковали его и глотается. И мед должен в гортани почувствовать, такую, дать оскомину такую. Должно вы появиться. Знаете... Ощущение. Вот приятно, невозможно вкусно. И даже есть такая горчинка. Есть горчинка. И вот уже пошло сюда пониже, и чувствую, пощипывает. Да, да. Пощипывает. Вот это настоящий да, мед. Мед можно определить только так. Ну, другие методы, ну, это... А вот еще там в воде раскручивают тоже? Как нет? Говорят, что мед имеет как бы память сот, из которых он откачан. Если взять даже сахарный сироп густой консистенции и тоже как бы налить туда воды и крутить всю емкость, то там образуется то же самое. Угу. Это просто действие воды, как бы, вот, перемещение жидкости. И все. Угу. У вас большая пасека? 30 домиков. 30 домиков? Так это же огромная пасека. Ну, это небольшая, пока я справляюсь. Замечательно. Хочу спросить у Жанны, а вот на территории Несимковичского сельского совета занимаются пчеловодством? Конечно. И хочется отметить, что этим видом деятельности занимаются не только люди преклонного уже возраста, которое уже это стало любимым занятием их, но и молодые семьи, они перенимают, занимаются пчеловодством, понимая значимость этих насекомых вообще в природе. Ну и, конечно, полезность. Вот этого продукта, меда, это который... Это не просто, это который... такой труд, я хочу сказать. Это труд. Ну, потому что если вот 30 домиков, это же, наверное, не хватает тех лип, которые в округе растут, ну, правильно? Это же нужно еще и засеять гречихой или фацелией, там но какой-то... Если мы посадим гречихой или фацелией грядку, там, полсотки... то это никакой погоды не сделает. Mm-hmm. Это мизер. Это надо, чтобы были... 2 гектара это рядом. Это гектар надо, mm-hmm. да, чтобы были гектары. А то, что грядка на огороде, она... Это mm-hmm. только так. Это для души, mm-hmm. для радости глазу. Ну, сколько народу занимается? Вот многих пчеловодов знаете? На сегодняшний день у нас на территории сельского совета имеется 65 пчелиных семей. В общем, это 8 домовладений, где они... живут, так угу. скажем. Ну, я так понимаю, что люди и себя обеспечивают, и даже соседям, там, желающим, тоже не обижены, правильно? Да. Хорошо. Всем меда хватает. Да, вот на Чечерщине немало интересного. Вот что, скажем так, гомельчане или жители любого другого района узнают, если отправятся именно на территорию Несимковичского сельского совета? Ну, я хочу сказать, что приезжая к нам, во-первых, они узнают наше гостеприимство. Наши люди очень гостеприимные и радушные. И побывав у нас один раз, конечно же, им захочется вернуться еще раз. И хочется отметить нашу малую родину с историческими значениями. Это можно побывать на месте базирования 1-й Гомельской партизанской бригады, которая у нас до сегодняшнего дня сохранилась, это место. Есть их землянки, где они располагались. Конечно, до них в такой весенний и осенний период дойти очень трудно, потому что, естественно, партизаны располагались там, где до них очень тяжело uh-huh, добраться. Uh-huh. А также деревня Рудня Бартломейска у нас обозначена местом гибели юного самого партизана, это Гриша Подобедова. Uh-huh. Там стоит сейчас знаковый знак такой в его жизни, дата его жизни и смерти. И криничка, в которой бьет родниковая вода, так скажем, холодная, которая помогает нашим спутникам в жаркую погоду.
Также наша деревня Несимковичи значима жизнью наших героев Советского Союза, братьев Лизяковых, которые проживали в нашей братья деревне. Братья Лизяковы связаны с Несимковичами. Да, и их отец учил детей наших маленьких, которые тогда были в маленькой деревянной школе. Ну, память, конечно, сохранилась. Это памятник в честь этих братьев Лизяковых. Также хочется отметить, что... Как я уже говорила, это центр ткачества у нас в Бабичи. Деревня Бабичи. Деревня Бабичи. Это тоже территория Несимковичского сельского совета. И там можно не просто побывать и посмотреть, но, конечно же, поучиться, попробовать этому мастерству. Чечеряне, они не просто рассказывают, они еще дают практически... Возможность почувствовать, прочувствовать и что-то сделать. Попробовать себя в этом деле. Научиться. Может быть, кому-то понравится, и идея эта еще пойдет дальше. Также хочется отметить, что у нас есть на территории сельского совета одна агроусадьба. И так сегодняшний... вот интересно про агроусадьбу. Расскажите, что там на агроусадьбе? Место расположения этой агроусадьбы – это бывший поселок Ямецкий, который когда-то насчитывал 38 подворий. Была очень такая длинная улица в 1 километр. Жили тоже веселые, радушные всегда люди. Угу. И на сегодняшний день там стоит такой домик «Один в уединении в лесу». Само название «Наедине природы» уже говорит о том, что, попадая, наверное, туда, человек понимает, куда он попадает, что это общение с живой природой. Это, естественно, просыпание, пробуждение утром с первым пением птиц. Это, наверное, отдых, ночной отдых, когда все умолкает, даже лес не шумит, и слышно каждое движение, шорох, который может в вечернее время быть в лесу. Эти места очень богаты у нас грибами, ягодами, поэтому приглашаем не только отдохнуть, но и пополнить свои как бы закрома грибами, ягодами. А по радиационному контролю там все в порядке? Именно эти места? Там в порядке, да? Мы там живем, значит, все в порядке, и как бы приглашаем сюда гости. Мы же собираем и проверяем тоже. Также можно отдохнуть тому прекрасному нашего озера, возле которого расположен дендропарк, мини-дендропарк нашего Несимковичского лесничества, половить рыбу, сварить, соответственно, уху. Ну и в зимний период очень прекрасно полежать на печи, которая согреет, если... Да, но это зимой, после зимних морозов. А меня вот заинтересовало это озеро. Это не одно из тех четырех? Нет, о котором наш телезритель говорил. Расположение далековато от этого озера, поэтому... Но оно уникальное само по себе. И красивое место, очень завораживающее. Ну и хочется сказать, что если кто-то приедет еще и попробует пар нашей бани, это с березовыми дубовыми венчиками. Да. Спасибо, Жанна, дорогие друзья. Здесь нужно создать еще памятниках археологии. Дело в том, что на территории сельского совета очень много расположено курганов. На территории района, ну, кроме Бердерской стоянки, расположены 3 городища первобытного человека. Так вот, 2 объекта, 2 городища расположены на территории Несимковичского. Да, это тоже интересно. Дорогие друзья, вы видите, сколько тайн раскрывается, сколько занавесов приподнимается. 34-22-43 номер нашего телефона. Пожалуйста, звоните, рассказывайте, а какой объект или процесс, или, может быть, праздник, может быть, песня может являться брендом Чечерского района. Нам интересно ваше мнение. Об этом мы поговорим далее, после короткой рекламы. Hoy, darling, 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 dar
Спасибо, спасибо. Вот для всех жителей Гомельской области исполнялась песня. Все знают, что в Калинковичском районе живут самые смешливые люди. В Петриковском самые серьезные, самые хозяйственные, в Ельском гостеприимные. А какие жители в Чечерском районе? Ну, я думаю, самые творческие. Вот, то есть нам столько, сколько мы работаем с Полиной, вот, столько, сколько мы посещаем музей яйца, или у нас есть место, где человек может прийти и действительно самому попробовать сделать ручник. То есть я думаю, что это очень творческие люди. Самые творческие люди. Спасибо. Красивый ответ. Благодарю. Виктор, вы поддерживаете, что в Чечерском районе самые творческие? Или есть и известные ученые, мы же медики известные. Еще давайте вспомним известных чечерян. Вообще Чечерск — это как бы кузница кадров. Там не то что творческие, там нужные люди, которые вот по всей республике, по всему бывшему Советскому Союзу были разбросаны. Хочется даже вспомнить профессор Сосновский Леонид Адамович, доктор технических наук. Потом Савченко Николай Емельянович, который до мозга костей его... Однофамилец. Да, его называли... До мозга костей он был физиком. Он является автором 100 сборников и знаменитый задачник по физике, тоже он соавтор. И поэт Михаил Михайлович Болсун. Просто невозможно не вспомнить, да, масса. Про Михася Болсуна. Вот да, эта книга, расскажите. Михаил Михайлович Болсун, он является, как сказать, продюсером. Да, продюсер, да? Выпустил вот эту вот книгу, в которую под одну обложку вместил 47 научных деятелей, да, которая называется «Чечерский след в науке». Вот. А здесь только про людей, которые посвятили свою жизнь именно науке разной, да, физике, ну, химии, да, и так далее. Да, да. И тут... Вот, кстати, это очень хорошая книга и хороший труд. Человек, взяв книгу в руки, полистав, понимает, насколько важно самому заниматься делом, потому что вот, пожалуйста, край Чечерский, посмотрите, сколько много народу. Да, она очень удобная. Ну, то бишь, здесь... Все вкратце написано, и вот многие... С фотографиями. Да, с фотографией, автобиография. Угу. Вот. Советую всем почитать ее, вот, и ознакомиться. Здесь практически... Спасибо. Чечерщина богата не только научными работниками. В следующей книге Чечерщина, она даденная лесом, отражены многие те, которые не являются научными... работниками, деятелями, да? Здесь заслуженные педагоги, заслуженные искусствоведы, заслуженные работники науки и культуры. Здесь перечень героев Советского Союза, Чечерщина имеет их немало. Здесь люди, которые руководили районом. Здесь заслуженные граждане Чечерска. Я хочу сказать, что это здорово, что есть такие книги, что есть желание их выпускать и не забывать этих людей. Прекрасно. Но вот мы говорили об ученых. Я знаю, Александр, что и вы немножко ученый. Ведь так? Я прошу вас пройти сюда, на это место еще раз и просто представить те работы, автором которых вы являетесь. Вот. Вы немножко физик, немножко химик. Без этого невозможно стать гальванопластиком. Ведь правда? Немножечко расскажите, у нас очень ограничено время. Это чеканка, это же ведь не чеканка. Я не физик и не химик, это все познание только средней школы. Так. Все это преподнесли в средней школе, и все это я впитал в себе. И только сейчас во мне это выплыло. Лишних предметов, оказывается, не бывает не в школе, бывает, правда? Да. Ну, я в школе физику любил. Даже ходил на кружок по физике, но химию не любил, не понимал. Но когда я начал заниматься гальванопластикой, я сел за учебник химии и немножко начал повторять школьную программу. Ну вот скажите, как... Нет, сначала это... давайте пока это расскажите, что это. Это не чеканка. Так. Это техника художественная гальванопластика, ну и что называют ее металлопластика. Это наращивание, это, да? Это не наращивание, это выращивание из молекул. Это изделие полностью медное, оно выращено из молекул.
Так. Я просто создаю контрматрицу и потом... Наверное, вот на эту камеру, давайте, это как называется? Я держу очень аккуратно. Это как называется? Это произведение называется «Триумфальная...» Аполлон на своей колеснице следует за Авророй. Это с фрески Гвидо Ренни. Фреска находится в Риме во дворце Половичини Расколиози. Вот так. То есть вы создавали какой-то макет, да, разрабатывали? Нет, мне просто попала в руки такая же работа, в такой же миниатюре, но я ее потом просто воссоздал еще раз. Прекрасно. Так, это по мотивам мифов и легенд Древней Греции. Это, я вот смотрю, это «Тайная работа, вечеря». Это «Тайная вечеря» с фрески Леонардо да Винчи. Фреска находится... Я бы очень хотела, чтобы телезрители увидели. Это возможно? Сейчас, наверное, пока... Вот, какая прелесть. Фреска находится в трапезной монастыря Санта Мария де Лаграция в Милане и была создана в 1495-97 годах. Скажите, вот сколько времени необходимо, чтобы создать такую красоту? Это же ведь тончайшая работа. От месяца и далее. Минимум... Если брать самый минимум, 3 недели. Угу. На маленькую работку на какую-то 3 недели. А на вот эту уходит 1,5-2 месяца. Так, давайте аккуратно ее положим. И еще я смотрю, и даже икона в такой технике, да? Икон в моей коллекции очень много. Данная икона – это образ святого Георгия Победоносца. Так, мы ее держим, чтобы зрители могли рассмотреть. Вот так. Ну вот смотрите, есть же медные, да, а это вот как платина. А это серебрение, она покрыта серебром. Так, уважаемые телезрители, сегодня в нашем интерьере присутствуют работы Александра Плистова. Я еще раз назову его, потому что, ну, мне кажется, что очень редко, мало кто занимается этим делом непростым. Ну, за своих 25 лет, даже 27, что я занимаюсь, единомышленников я не встретил. Я был на Славянском базаре в Витебске, встречал там одного мужчину, он делает маленькие магнитики, но маленькие, они не больше спичечного коробка. Ну, такой объем... Где можно увидеть ваши работы? На выставках? В Чечерске? Можно увидеть на всяких выставках, фестивалях, ярмарках. Также, кто посетит Чечерскую ратушу, музей, увидит их там. Здесь, в Гомеле, их можно увидеть в Дворцово-парковом ансамбле. Там же они есть. Да. И в филиале Ветковского музея за собором Петра и Павла в бывшем шахматном клубе. Я хочу еще один вопрос. Ветковский музей. Прекрасно. Я хочу вопрос. Вы алхимиком себя ощущаете или все-таки творцом больше? Не алхимик. Просто мне нравится это увлечение. Нравится. И все свободное время как-то я посвящаю ему. Но философский камень ищете наверняка, раз занимаетесь таким тонким, нужным, интереснейшим Днем делом. Днем сад-огород, вечером картины. Ой, прекрасно. А вот еще маленький вопрос, хоть мне уже торопят. Можно вот в гальманопластике листочек, букашечку? Можно. Жалеете живое, да? Не делаете этого? Ну, я не занимался, как-то попробовал делать кружева. Мне как-то было для инкрустации икону, в Киоте надо было кружевное такое металлическое кружево. Я пробовал делать. Ну, как-то пытался сделать майского жука. Ну, это очень трудоемко, занимает очень много времени. Ну, мне кажется, не более трудоемко, чем «Тайная вечеря», понимаете, в таких подробностях. Можно сделать тоже и букашку, и цветочек тоже, можно перевести это все в металл. Вы знаете, я вам желаю вот просто неиссякаемого родника этого творчества и желания, потому что, ну, то, что мы сегодня увидели, то, что показали телезрителям, это действительно очень интересно и достойно не просто рассмотрения, изучения и повторения. Ну, кто поедет на праздник «Александрия собирает друзей» на субботу, вот я буду участвовать в этом фестивале, увидит работы мои там. Ну, а также следующий Славянский базар. Спасибо большое, спасибо. Буквально у нас секунды остаются. Я хочу обратиться к вам, Виктор, Иван, Жанна. Назовите даты, когда удобнее всего гражданам, жителям области и не только, приехать в Чечерский район. Возможно, попадем на какой-то праздник. Еще раз про Спасы. И когда работает Чечерский музей, когда принимаете, когда Чечерский экскурсии. Чечерский музей для посетителей работает в любое удобное для них время. Мы всегда подстроимся.
Так, ну а даты это август? Август 14-е, Медовый Спас, а 19 августа это Яблочный Спас. На территории Несимкирска нашего сельского совета уже традиционно мы каждый год проводим это мероприятие. Вот. Поэтому приглашаем. Значит, в Несимковичи, да? В Бабичи. А в Бабичи. И можно воспользоваться моментом, посетить наши все достопримечательные места. Этот праздник проходит возле сельского клуба, где и расположен наш центр качества. Поэтому большое... можно попробовать сразу же. Безусловно, я думаю, что будут посетители. Прекрасно рассказали вы сегодня и о достопримечательностях, и о людях, и о тайнах, и о секретах, и об уникальных мастерах. Спасибо вам большое. Ну что ж, дорогие друзья, я благодарю вас за участие в программе, за вашу активность, за ваши звонки, такие интересные, которые подтолкнули и нас каким-то поиском, возможно, научным, Ивана подтолкнули, да? Ну и всем, конечно же, желаю интересных путешествий по родному краю, не только по Чичерскому району. Будьте с нами с программой «Добрый вечер, Гомель». Ну а сегодня я, Елена Троценко, прощаюсь с вами. До следующей встречи. До свидания.